Спорт словно вселенная, в нем тоже зажигаются звезды. И еще одна звездочка уже зажглась в спортивно-юношеской школе «Виктория». Евгении всего 15. Она уверенно идет к поставленным целям. Для этого у нее есть и характер, и закалка, и не менее важное упорство, настойчивость и воля к победе. Я довольна только, что она не начала заниматься для себя. Ну, как вот дети заниматься начинают, а будем ходить, а для себя. Нет, она вот целеустремленно идет вперед. Она... Как она сказала, я хочу быть на Олимпиаде. Шарики и громкие поздравления. Так воспитанники спортивной школы встречали победительницу. Каждый хотел узнать, как прошли соревнования, на что стоит больше обратить внимание на тренировках. Спортивная гимнастика – это один из красивейших, динамичных, зрелищных и популярных видов спорта. Уже в раннем возрасте Евгения занималась им. Все свободное время она посвящала тренировкам, каждый день по 4 часа. 10 лет пролетели быстро и незаметно. Тренировки, соревнования, победы и удачные приземления. Там было много девочек, я не думала, что я первая стану. Просто постаралась, прыгнула. Всегда хотела что-то новое, что-то делать и делать, стараться. Ходить ежедневно на тренировки. Соревнования в Пензе прошли на высоком уровне. В опорном прыжке мастер спорта взяла первое место. Но самые главные достижения еще впереди. Конечно, тяжело было, ничего не могу сказать, но мы очень старались и, в принципе, считай, достойно она выиграла свое первое место. Она очень упертая, очень. Вот это, конечно, наверное, и есть самым главным ее звеном в ее достижениях, потому что она пока своего не добьется, не успокоится. Жене было 4 года, когда она познакомилась со спортивной гимнастикой. Первый тренер победительницы вспоминает, сразу обратила на нее внимание и еще тогда сказала, что девочка очень способная. Она, например, не умея плавать, мы ходили раз в неделю, своих гимнастов водила, она не умея плавать, бежит по бордюру, как бухнется это в этот бассейн. Не умея плавать, самое глубокое место, вынырнет, опять занырнет, так вот, да, то есть она не боялась ничего. Я так думаю, что, конечно, вот это я когда увидела, вот это такая бесшабашность, это она редко дается. Все поражаются характеру Жени. Она всегда идет до конца и добивается поставленных целей. Такими и рождаются чемпионы.